сессию за эту морду. Болталка. Хотела с вами поделиться. Может быть, вы, не знаю, заметили или нет, что я немножко ушла, так сказать, из поля зрения. Перестали появляться новые видео, я перестала снимать и вообще немножко куда-то исчезла. На самом деле я не исчезла, просто в моей жизни произошло такое не очень хорошее, грустное событие. Событие вообще это не событие, было событие, оно такое праздничное. В общем, такое грустное происшествие. У меня умерла бабушка, и это меня очень сильно потрясло, наверное, так сказать. Вот, я пребывала в тяжелейшем шоке. Мы очень близки были, и я ни с кем, наверное, так не была близка, как с ней. Вот. И когда все более-менее как-то прошло, и похороны, и там все это, весь этот самый тяжелый период начальный прошел, как-то я очень ушла в себя, очень сильно. И, ну, на грани депрессии, причем очень глубокой депрессии, вот, и я вам уже говорила, что я там к врачам ходила, там, и диспансеризация и прочее, и также я ходила к психологу по этому поводу, вот, но психолог мне, конечно, ничего дельного не сказал, ну, как все психологи, наверное, бесплатные, они ничего дельного не говорят. Вот. Но, в общем-то, я ушла настолько глубоко в себя, что оттуда выходить очень не хотелось. Вот. И постепенно я заставляла себя как-то, не знаю, что-то делать, чем-то себя увлечь, чтобы отвлечься и вернуться к жизни. Вот. И как-то вот я постепенно возвращаюсь. Я снимаю небольшие видео, но пока их не выкладываю и не редактирую, потому что то одно, то другое, то к врачу, то настроения нет, то заболела, то еще что-то. И я вам уже говорила, что у меня проблемы с рукой. Вот. У меня, как сказал врач, артрит локтевого сустава. То есть я мажусь специальной мазью. Я, по-моему, даже показывала в каком-то из видео. Вот, в общем. И делаю такую повязку, просто тканевую. И мне ничего нельзя делать правой рукой вообще. Ну, как вообще? То есть вилку держать я могу, но если какое-то действие требует физической нагрузки, то правой рукой это делать нельзя. Вот.
Поэтому можно сказать, что практически ничего нельзя делать. Вот, и что еще хотела сказать? Хотела сказать, что завтра у меня день рождения, и надо как-то позитивно к этому подойти, уже начать выходить из такого депрессионного состояния. Вот. И завтра я иду прокалывать уши. Я уже записалась на 6 часов вечера. Это будет у нас рядом с домом. Есть салон красоты. Я узнавала. Буквально вчера зашла в ливень. Меня как бы что смутило, я, по-моему, тоже уже в одном из видео говорила, но пока так, что, так как ничего не редактировала, может быть, и вырежу это и оставлю в этом видео, потому что это такое, такая грустная-веселая поболтушка. Вот. В общем, я заходила у нас в тортик, ну, это такое здание, оно по форме напоминает шоколадный торт с розочками, поэтому называю его тортик, ну, там типа просто торговый центр. Панорама, по-моему, называется, ну, тортик. Вот, в общем, там есть салон красоты Гая, называется. Наверное, в честь улицы Старого Гая, хотя Старый Гай – это мужчина был, а назвали салон Гая, типа женщина, женское имя. В общем, неважно. Зашла туда, но я, по-моему, ну, говорила, опять же повторюсь, что в одном из видео я уже снимала, говорила, что мне там не понравилось. Там просто салон парикмахерская, ну, маленькое помещение такое, я не знаю, метров 35-40 квадратных, вот, и там, скажем так, работают люди не русской национальности, не будем обижать людей. В общем, мне как-то, когда я спросила, прокалывают ли они уши, сказали, да, да, конечно, 750 рублей вместе с сережками. Причем от сережек отказаться нельзя. Это вот самый такой основной факт, то, что тебе навязывают сережки. Вот. И это как бы, ну, это второе. Первое, это то, что люди не русской наружности, и как бы основной пункт то, что там нету кабинета. Нет кабинета, в котором это все делается, соответственно. То есть это делает какой-то, извините меня, ну, чурунбек какой-то, да, на кофейном столике в углу парикмахерской просто. Это все не стерильно, на нем нет халата. Короче, никакой гарантии того, что у меня не занесут заразу. Вот. И, в общем, чисто случайно вчера, настроение вообще поганое, зашла в Фикс, купила мороженое. И иду, думаю, так, подождите, у нас здесь есть салон красоты. Ну, чем черт не шутит, зашла, спросила, короче, да, они там делают. И что мне больше всего понравилось, то есть вообще вот, я как бы однозначно решила, что да, это то, что нужно. Но как бы решила еще посоветовать с мамой дома. У них салон красоты, большое помещение, я не знаю, даже метров 70 квадратных, то есть оно такое приличное. И у них есть отдельная комната, ну, не знаю, метров 9, наверное, где-то так, квадратных, которая закрывается на дверь, не занавесочка, а нормальная дверь. В этой комнате все стерильно. Там женщина в халате медицинском, на ней перчатки, у нее есть там какие-то ванночки, вот эти вот металлические, медицинские, у нее есть там шприцы, еще что-то. Это все стерильно упаковано в индивидуальную упаковку, как положено. Вот, и, соответственно, я спросила, то есть, да, они прокалывают уши, это делает врач,
не сотрудник салона, то есть это приглашенный врач. Вот, и что самое, как бы, тоже весомое, то есть можно проколоть уши за 600 рублей, и можно со своими сережками прийти, тебе никто не навязывает их сережки. Можно их сережки взять, которые стоят 450 рублей, и, соответственно, 1050 рублей будет у тебя процедура. Если ты со своими сережками, то просто 600 рублей за прокол, все. И все это делается стерильно и лицами русской национальности. Это меня как бы больше всего заботило, чтобы это делал врач, и врач как бы той же национальности, что и я, потому что, ну, я не знаю, как бы я в этом деле принципиальный человек. Нет, есть, конечно, разные врачи, есть врачи от Бога, прям вот, и они могут быть совершенно не русской национальности, но как-то так сложилось в России, что всякие таджики и, там, не знаю, узбеки, они как бы работают, выбирают такую работу, скажем так, персонала обслуживающего. И когда ты приходишь в салон красоты, там, или, не знаю, в какой-нибудь медицинский салон, медицинское учреждение, встречаешь там вот такого человека, да-да-да, мы вам проколем уши за 750 рублей. Как бы мне это не внушает доверия. Вот, но я думаю, что вы поняли, не буду 300 раз повторять, что я искала именно то, что я искала. Вот, так что, в общем-то, завтра я иду прокалывать уши, и это отличный подарок мне самой себе на день рождения. Тем более, что дата, вернее, даже не дата, а возраст и события имеют какую-то, наверное, сакральную тематику. Я не знаю, конечно, точно не могу сказать, но для меня это какое-то такое событие значительное, и я думаю, что оно должно как-то отразиться на мне в будущем. Вот, и я постараюсь, как бы, возвращаясь к началу разговора, я стараюсь, как бы, это все дело делать на позитиве. То есть, чтобы это было приятно мне, чтобы мне было весело от этого, чтобы я не грустила и не думала о плохом, только о хорошем. Вот. Но иногда, конечно, бывает, что какие-то грустные мысли находят, наступают на меня, и я как-то впадаю в какую-то грусть, печаль. Вот, но немножко это уже отошло на задний план, то есть я уже не в таком депрессивном состоянии нахожусь, если еще там было куча других каких-то нюансов, которые вот слоились, да, вот эти черные полоски зебры наслоились одна на другую, и белого просвета не было видно. Сейчас уже немножко как бы и погода тоже радует, она, тучи разошлись, сегодня солнышко, вот. И как-то я стараюсь, в общем, глядеть в будущее с улыбкой. Вот. В общем, вот так вот. А сегодня я, кстати, хочу пойти посмотреть, зайти в церковную лавку или в ювелирную, может быть, посмотреть сережки из натурального. Из золота, из чистого, чтобы, может быть, не медицинские сережки вставлять при прокалывании ушей, а свои. Вот. Но пока не знаю, просто пойду посмотреть, прогуляюсь, сейчас уже 3:30, и как-то не очень хочется на улицу, но надо. Надо сходить погулять, проветриться. Вот. Ну и, соответственно, завтра, наверное, в салоне не буду вам ничего снимать, потому что как бы я еще не настолько видеоблогер, чтобы снимать вообще все подряд. Вот, поэтому, да и камера у меня очень большая, чтобы это таскать с собой и сидеть в салоне и снимать себя, во-первых. А во-вторых, как правило, когда я снимаю, я держу камеру правой рукой,
А в связи с травмой я правой рукой вообще практически ничего не могу держать, потому что это, ну, физически напрягаю я ее, получается, а это для меня как бы плохо. То есть это напряжение в руке, и опять она начинает болеть. В общем, нельзя мне это все. Поэтому я сейчас немножко отошла. Я иногда снимаю, как бы держу камеру левой рукой, но левая рука почему-то трясется, и поэтому такие вот туда-сюда камера мотается. Вот, но зачем такой позитив перешло, какая-то болталка перешла в такое непонятное русло позитивное. В общем, вот так вот. И даже не знаю, что еще сказать. Стараюсь не грустить, стараюсь позитивно смотреть на все. И, в общем, вот так вот. А сколько мне исполняется, я не буду говорить. Те, кто знает, тот знает. А кому интересно, попробуйте догадаться. Вот, в общем-то, в принципе, как правило, люди верующие, скажем так, говорят об этом возрасте с таким, как бы, как сказать, говорят, что этот возраст, он такой многозначительный, то есть возраст для свершений, для каких-то событий глобального масштаба. То есть в этом году надо, ну, то есть вот исполнится, да, и после этого нужно прямо вот все сделать, чтобы показать миру, какой ты. Даже, ну, то есть это не показуха, не какое-то там, не знаю, стремление выпендриться, а именно как бы раскрыться, что ли. То есть это такой возраст для свершений. И он как бы несет в себе какой-то смысл. То есть очень важно, что ты в этом возрасте будешь совершать какие-то особые поступки. И они могут быть связаны, даже не связаны, а они могут как бы и иметь подтекст именно из-за того, какой у тебя возраст. В общем, загадочно сказала, но думаю, что понятно. Вот так вот. В общем, вот так вот. В общем, вот так вот у меня с наступающим. И до завтра. Скажу вам уже, когда проколю свои маленькие ушки. Потому что я думаю, что, ну, не знаю, может быть, когда я снимаю видео, вы заметили, а может, и не заметили. У меня очень маленькая мочка, то есть ее практически нету вот она. И я как раз вот столько лет ждала, я переживала, когда прокалывать уши соберусь, что у меня маленькая мочка, и может быть они, ну, как-то не туда проколются. В общем, подытожим. В общем, завтра иду прокалывать уши. И сегодня иду подбирать сережки. Если подберу, покажу завтра. Вот, и с наступающим меня, и все такое прочее. И не унывать. Ю-ху! Вот, не унывать никогда. Так что до встречи. Завтра покажу, что получится. И по скриптам очень боюсь, несмотря на то, что я как бы к метеорам там на уколы и прочее, и зубных я уже не боюсь после некоторых событий в жизни. Но все-таки это что-то такое новое для меня, я никогда этого не делала, и немножко меня это трясет по этому поводу. Но завтра расскажу и расскажу, как прошло. Так что, пока.